Остается добавить, что подобные олимпийские часы появились еще в 7 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске и Хабаровске. Но самые первые еще в мае 2011 года были установлены в столице игр – в Сочи. В Чувашии открылись зимние первенства России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. На торжественной церемонии открытия присутствовал глава Чувашии Михаил Игнатьев. В обновленном после реконструкции легкоатлетическом манеже Новочебоксарска за медали первенства будут бороться более 500 спортсменов. Прежде чем объявить первенство открытым, глава республики ознакомился с ходом капитального ремонта. Новые беговые дорожки и легкоатлетические секторы манежа непременно должны помочь молодым спортсменам в достижении лучших результатов и рекордов. В первенстве принимают участие спортсмены из 63 регионов. Соревнования проводятся по 14 дисциплинам, среди них беговые и технические виды. В течение 3 дней юниоры и юниорки будут состязаться в скорости, меткости и, конечно, бороться за звание лучших на чемпионате. Упорная борьба чемпионата страны королевы спорта началась с забегов на 60 метров. Данифат Агирова, Николай Яковлев, Республика.